Матафака. Ну и мы застряли. Где? И второй там. И вон там. О! Я стою, я еще стою. А, уже не стою. Так, погоди, я отплыву максимально подальше, чтобы наши ресурсы не утонули. Уничтожил один этот. Кого? Ящик? Уничтожил, я убила его. Да ладно? Да. Короче, вот так вот стоит лодка. Так вот стоит лодка. Если что, я бегу, а ты за рулем. Пожелай мне удачи, я пошел добывать нам дробильщика. Ты на шухере и на руле. Тут муравьи и осы. Убивай их. Можешь с лука? Арбалет бери в руки и убивай. Они на тебя полетели, нет? Офигеть. Ну нет, я столько стрел потратил, блядь, цена. Ладно, хорошо. Какого он левела? Страшно, да? Убегай его сюда. Стрельни в него. Все, давай, плыви быстрее. Да, я приманиваю. Подожди, он не так уж и быстро ходит, так что все нормально. Да, мы его сейчас заебашим, блин. Будешь знать, как жрать нашу тему, короче. Лайфхак, слушай, мы теперь можем на глубину выводить этих здоровых существ тупых. У них же мозг с орешек. Ты в меня только не стреляй, ты в меня в курсе, что... Ты нахуй. Что я тебе плохого сделал? На него нападают мегалодоны, офигеть. Да, матафака. Вот так вот. Они его жрут. Офигеть. Нет, нет, они ж на кровь реагируют. Офигеть. Офигеть. Ой-ой-ой, вот этот, по-моему, очень слишком любопытный. Он за нами, да? Офигеть. Офигеть просто. Вот все ради вот этого дидикуруса, блин. В общем, это животное очень хорошо дробит камень. Пи***ц, что она за пи***ц, 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 она вся... Охуеть. Охуеть. Нет, еще живой. Да нет, это пи***ц. Что это было? Что это? Что это было? Сколько потеряли, блядь. Просто пиздец, сколько потеряли. Я обосралась. И все, видишь, ничего не происходит, блядь. Что? Что произошло, блядь? Почему? Срать на динозавров. Ты знаешь, сколько ресурсов мы только что потеряли? Мы потеряли 1500 яда. Мы потеряли 2000 металла, слитков причем. Мы потеряли, блядь, камни, серу, нефть. Всю хуйню, которую можно было, мы все потеряли. В общем, ребят, когда мы пытались переехать на этот остров замечательный и поселиться здесь, потому что на старом нас доставал какой-то альфа-хищник, а нас съела большая рыба. А когда мы начали селиться на этом острове, то у нас возникла другая проблема. Два огромных динозавра, один из которых застрял, а второй ходит, и вечно из-за него земля трясется. Поэтому сейчас мы будем их пытаться убить. Они очень сильные, но у нас есть план. Я жду, когда на него что-нибудь со дна нападет. Ох, что на него приплыло, нападает. Видела? Где-то альфа-акула. Ты видишь, она красная. Нам главное, чтобы они на нас не переключились. Мне просто страшно, блядь. Пиздец, как я теперь очкую воды, как и ты. Я перестал быть бесстрашным.